Всем привет! Канал Криптовалюта для чайников. И сегодня я вам расскажу, какие токены не стоит покупать, какие щиткоины не покупать нужно. Потому что вы обязательно потеряете средства. Не так давно я вам рассказывал о таком токене, как Gravity Token. И на его примере я вам сегодня расскажу, почему этого делать нельзя. Но перед этим попрошу вас подписаться на мой YouTube канал. Также подписывайтесь на Telegram, где выходит много полезной информации. Я вам вот рассказал, как можно стейкать крутейшие монеты, такие как Shiba Inu, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Bitcoin, Эфир под сумасшедший процент. Под 800 с чем-то процентов, 812 процентов годовых. Где вы еще такое увидите? Так что залетайте в Telegram, подписывайтесь. Вот есть, допустим, Launchpad. Здесь я скидывал NFT платформы, Coinbase, популярнейшие платформы. Просто вводите почту и все, и вы уже участвуете. Мало ли, то есть победите, будете NFT-шки покупать там за копейки и продавать. Много полезной информации, подписывайтесь. И есть также чат наш, где можно обмениваться информацией, узнавать много нового. И канал по пресейлах тоже есть. Все это смотрите в описании. По поводу стейкинга много было вопросов. Снял предыдущее видео, посмотрите. Можно стейкать монету Shiba Inu с отличным огромным процентом. Dogecoin тоже. И много других монет. Так что посмотрите предыдущее видео. Считаю, что оно будет для вас очень полезно. Итак, переходим. Какие же щиткоины не нужно покупать? Какие щиткоины созданы для того, чтобы выкачать из вас деньги? Это мое мнение. Я этого нигде не смотрел. Как бы я сам думаю таким образом, что их нельзя покупать. Хотя информации в интернете крайне мало по этому поводу. Я не понимаю, почему люди не предупреждают своих подписчиков. Вот смотрите, у меня вышел был ролик Gravity Token Scam. Или куда пропали монеты. Его посмотрело уже 1200 человек. Это очень много для такого ролика, для такой монеты. То есть никто в интернете не освещает такие вот вопросы. Я не знаю, я посмотрел. Иностранные есть какие-то люди, рассказывают о Gravity Token. Они со мной солидарны. Кстати, я не смотрел их, а сразу сделал видео, а потом начал уже изучать зарубежный рынок. По поводу Gravity Token. Много монет на базе Gravity Token, то есть на, как бы вам сказать, не на базе, а на таком же принципе строится сейчас. И чтобы не влипнуть, не купить такую монету и потом потерять, я вам расскажу, как это сделать. Смотрите, много было просмотров, комментариев там и так далее, вопросов. Некоторые люди мне писали: когда я сделал ролик, монета стоила вообще там, не знаю, копейки. Сейчас монета стоит 406 тысяч долларов за монету. И многие мне пишут: ха, там лох, там и так далее. Вот, ты сделал видео. А сейчас монета стоит 406 тысяч долларов. Ты типа ничего не шаришь, там и так далее. Кучу гадости написали. А сами-то не разобрались, в чем вопрос. Гадости написали, а они не учли того, что я прав все-таки. Посмотрите, я здесь сделал видео, рассказал, не надо покупать, почему самый главный принцип этих вот монет, которые постоянно растут, цена их постоянно растет. Вот видите, посмотрите на график, что это такое. Только рост мы видим, никакого спада. Цена была вот, сколько там вообще, 0,45 даже нолей, сейчас, блин, 406 тысяч долларов, вроде вот эта монета, да, беспроигрышный вариант. Но как бы не так. Монеты у вас постоянно исчезают. Я это на личном примере сделал, там, в предыдущем видео вам рассказал о Gravity Token, что такое, почему пропадают монеты. Это заложено в структуру самого токена. Монеты, которые вы покупаете, часть из них сжигается, как говорит администрация. Получается, они просто ее увеличивают рост цены постоянным сжиганием. Но у вас-то забираются монеты. Да, их встает, эмиссия встает меньше монет. Циркуляция меньше встает, намного монет. Цена за счет этого возрастает, но
вы теряете монеты, они помимо того, что забирают часть, которая должна сжигаться, и вы не должны ничего терять, но вы теряете деньги, то есть там еще процентов 75 они себе берут, я не знаю, то есть это бред. С камина, я считаю, эти монеты, их много развелось, сейчас я вам расскажу о них еще, там, какие еще есть. То есть, я купил был на 100 баксов, значит, цена растет, растет, думаю, о, круто, круто, смотрю, у меня уже сколько, ну, даже если учесть то, что монета выросла, у меня на балансе уже, не, я в долларах смотрел, понимаете, было 100 долларов, стало 40. Думаю, да нет, что-то не то. Продал потом. Оставил 10 баксов чисто, чтобы смотреть, что будет дальше. Смотрю, было 10 долларов, стало 5. Потом опять там 7 долларов. Потом опять 5. Сейчас вообще я смотрю, у меня там 2 бакса из 10 осталось. То есть, представьте, сколько? 80% они себе там... Да, они сожгли, они увеличили цену, но, блин, 80% они на вас заработали. Так это если сколько людей. И постоянно в топе красуются эти монеты, вот показываются здесь. И вот, пожалуйста, FOMO Baby, то же самое. Forever FOMO, то же самое. Вот эта вот ерунда с этим биткоин. Это тоже все, ну, не для заработка создано, а для... Точнее, для заработка создано, но для заработка администрации этих монет, понимаете? Вы покупаете эти монеты, и таким образом они сжигают. Вот, Green Moon, думаю, вот эта монета, сейчас надо купить. То же самое, купил, да, вы там сможете резко, если купить, продать, там прям надо успеть. Можете немножко заработать, но курс будет постоянно расти. Таким образом, у вас монеты пропадают, как и с этой монетой. ГРМ, у меня то же самое произошло. Я ее продал, умудрился продать, что мне в минус, и теперь я уже не покупаю такие монеты. Как же узнать, что такая эта монета или нет? Вот смотрите, CoinMarketCap, если в топе красуются монеты здесь, которые 20 тысяч процентов дали, это уже или контракт сменил, сделал миграцию, так сказать, с одного контракта перешли на другой, и таким образом цена стрельнула. Или же это монеты вот такого плана. Да, бывает рост монет и с помощью просто там, допустим, просто роста, как Шибаину, там вот эти всякие монеты, Флоки и так далее. Может быть такой рост, да. Но вы обязательно читайте описание. Вот, FOMO Baby, читаем описание. Здесь что пишут? Вы можете просто нажать Read More и нажать перевести на русский язык. И внимательно читайте, что пишут. Это токен дефляционного ребазинга с автоматической функцией ликвидности. Все. Вам этого уже достаточно, чтобы понять, что этот токен постоянно будет расти в цене. Вот видите, функция преобразования математически структурирована так, чтобы увеличить цену. Все, вы сразу же эту монету проходите стороной. Потому что будет рост, будет сжигание, но у вас монет заберут больше, чем вы сможете заработать. Вот и все. Вот таким вот образом. Читайте, значит, описание под монетой, читайте их сайт. Здесь все CoinMarketCap удобно сделано. Нажимаете, переходите на сайт, читаете, изучаете и не попадаете в неприятности. Они даже стейкинг придумали. Ну, вот так вот. Так что вот coming soon. Все красиво, все круто, но обращайте на это внимание. Так что... Если информация была полезна, если вы со мной солидарны, ваше мнение совпадает с моим, обязательно об этом напишите, это поможет в продвижении видео, поможет сохранить деньги многим людям и даст продвижение моему каналу. Это меня мотивирует делать больше видео, больше полезного контента. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Всем желаю только прибыли, только прибыльных монет. Всем удачи, всем пока, всем спасибо и на связи.